У вас теперь двойной день рождения. Да не говори, слушай. Тройной. Мы даже не думали так. Тройной день рождения. Коля, 5 месяцев назад мы же не думали, что повезли, как обычно. А оказалось, сырость... Посчитали, что... Что ты хочешь здесь? Второго ж покормить надо. Можешь не дать. Опа, еще ходить не умеет. Да. А не вот то малое ела? То поела, этот не ест большой. Ну, лыкай. Лыкать начинал. Что-то молчаливый. Этот еще бы ел, но я боюсь. Оно жирное. Ну, что делать, этот не ест. Позвонить Веру Михайловну спросить. А надо сразу кормить, да? Да. Это ж молозиво ихняя. Вера Михайловна, у меня один малый ест, а второй не ест. Что мне ему делать? Я ему тычу, и так он никак не ест. Стоит и не ест, а? Крупненький он у меня, мелкий. Соли, да? Пойдем. Берите бутылки, а лимон открыли, компот, Лена? Нет. А вот компот. Какой? Вишневый там. Он занес? Вот это? Там это пепси, он не занес банку. Да занес. Коля, как ты? Нет, чуть-чуть. Символически. Любимый напиток. Да. А брынзу, значит, кто делал? Ира. Именинница, да? Это да, из, да. Со своих козочек, да? Да, молочко, да. Вот так вот, раз, ну попробуем. Я думаю, очень вкусно. Как настроение? Отлично. Отлично. Отработало. После ночной, да? Ночной. А как ваше настроение? Дышу, Коля, потихоньку. Да ладно, держаться надо. Весна, солнышко светит. Сейчас поздравим именинницу с замечательным праздником. Да, породистый все. И получилось, что мы не знали, будет там что-то или нет. То есть мы не видели, что там была вязкая какая-то, знаешь. А так, вроде запрыгивала два раза на нее, и все. Вот. Что мне неудобно, надо и как раз на тебе, 26 числа. Так, да. Ну, а мамке налили? Мне не надо. А компот от Фэйба, ну хоть компот. Нет, это компотика. Давай, а что, рюмки нету у бабы? Не да. Надо мне рюмки, ты знаешь, что я не пью. Коля, тебе запить что дать? Пепси, компот? Дальше, компот. Компот. Не налили это, да. Тебе что? Хорошо, ровно. Как-то стол стоит ровно. Нормально, супер. Кетчуп не достал. Ну, сейчас выпей на кетчуп достал. Холодильник и кетчуп. Ну что, муж, поздравляй. Все. Давай. Первый. Башка картошки положить? Вот. Я как-то неудобно съездила. Я хочу поздравить свою
дорогую. Чтобы переодеться, дорогую. Ну, не получилось. Да еще время есть. Дорогую жену, мою, она действительно не дорогая. День рождения. 50 лет бывает раз. Я хочу, чтобы тебе еще было. Чтобы мы еще отмечали. Долго дня рождения, да. И если бы столетие, я был бы вообще безумно счастлив. Спасибо, Саша. Здоровье. У тебя все есть, тебе главное здоровье. Когда встретились? Встретились мы. Вере был 41 год. Угу. А когда мы сыграли свадебку, ей было уже 42. 43. 42, а мне 48. А вы разве через год? У нас 6 лет разницы. Да, мы через год. Да поставили, давай куда-нибудь. Вот повстречались, и через год мы это дело все... Дай мне карту. Узаконили. Лен, видно, там поставишь. И живете в счастье, в радости, в благополучии. А значит, эти годы у нас пролетели, мы не заметили. Они идут, что пролетели? Они, у нас они пролетели. Давай, Ярослав, давай. Все в трудах, все в трудах. Все когда тихо, спокойно, понимаешь, на. Все. Кетчуп надо? Ни криков, ни это, ни... Ма, брынзу грубо наша. Ирочка, кто звонил, поздравлял? А, с утра. А, с работы девочки все звонят с утра. Но самая первая позвонила сестра, одна и вторая. Танюшка позвонила тоже. Она еще в этом году, день рождения, 26 марта, у племянницы. Да, у племянницы. Ну что, в апреле, у Насти, племянница. А, Настеньки, да, сегодня. У нас еще сегодня двойной праздник. Да, у внучки тоже сегодня, 27 лет. Моей, да? Блин, бомба. А, еще не сказала. Ой, я ж бегу туда, поэтому... Это Ирочка. Сейчас. Ты у меня самая любимая сестричка, ты ж в курсе. Конечно. Я тебе хочу пожелать, главное, здоровье. Потом денег. Счастье у тебя есть. О, да. Дом у тебя есть. Благополучия тебе, любви и всего хорошего. Спасибо, моя девочка. Я вас всех люблю, конечно. Мамуля, ну хоть компотик. Да я уже компотик. Давай, ну хоть на нас 50 грамм было выпить. Не. Чтобы они были здоровые, крепкие, мамуля. Оно самое полезное. Пишу. Мама поздравляет. Башка, давай. Дорогая невесточка, люблю тебя всем сердцем. Ты мне как дочь родная. Слава Богу, что ты у меня есть. Не плачь, только. Я тебя очень уважаю и люблю, как дочку свою. Не плачь. Да, ну заплачь, Роза, и у меня полит. Я это с вами. Да, моя хорошая. Не плачь. Не плачь. Мы же одна семья. Вот. Что вы хотите пожелать? Ей здоровья желаю. Самое главное здоровье. Только мы на нее, вся надежда на нее только. Ну а что нет? Она очень хорошая. Шустренькая, быстренькая, а здоровье слабенькое. А я переживаю. Думаю, ой, Господи, Баш, хоть бы пожить еще. У меня слезы потекли. Нет, а, чтоб с ней ничего не случилось. Ничего не случится. Молюсь за нее, Коля. Ложусь и молюсь, чтобы она встала и побежала. А не это. Не дай Бог, чтоб с ней ничего не случилось. Вот так, Колечка. Самый близкий человек у меня. Нет. Очень люблю. Я ее с первого раза, Господи. Только Коля, когда увидела, сюда она пришла на день рождения. Сына. На Пасху. Нет, у кого-то было день рождения, Ирочка. Нет, сначала на Пасху. На Пасху первый раз я пришла. Ага, и сразу сказала, это моя невесточка. Я сердцем почувствовала. Первый раз я на Пасху. Да, Ира мне такое рассказывала. Хорошо, на Пасху пришла мамка сказала. Очень это люблю ее, моя Коля. Хорошая. Не плачь только. И ты не плачь. А, у меня слезы текут, бля, как дурочка. Вот, дай, ну, давайте. Тогда надо выпить, давай. Все плакают. Пашка, всех раз это самое. Да, я уже заплакала. Не надо плакать. Сегодня 26 марта 2018 года. Мы празднуем замечательный праздник, день рождения Ирочки, жены Игорька.
Вот, в этот солнечный день весенний. Прекрасное настроение у всех. Этот хороший праздник начался с того, что начались роды. Начала рожать козочка, которую зовут Милка. Милка. Милка родила двух козлят. Говорят, что ну, первая девочка, а второй мальчик. Или, ну, кто поможет? Как-то так. Как-то так, да. И вот это уже еще добавилось. Еще день рождения у племянницы, да? Да, 27 лет. 20... Она в Испании. 27 лет в Испании, ее зовут? Настя. Настя. Настенок, если ты будешь смотреть этот фильм, знай, что мы тебя тоже помним и тебя поздравляем с днем рождения. Ну, Ирочке, что хочется пожелать в этот день рождения? Во-первых, чтобы всегда солнышко светило в нее весеннее в душе, чтобы она была жизнерадостная. Я немножко перебил. Вот сегодня первый день весны. Да. О чем говорят? Что хорошие люди родились в этот день. Первый день в Мариуполе, когда солнце и тепло. Да, это очень хорошо. Это знак. Знак, да. Да, и самое главное, прибавление. Вот чтобы всегда у нее прибавляло счастье, здоровье, благополучие. Чтобы дом наполнялся всегда новыми, яркими событиями. Чтобы всегда все получалось, улыбалось и всегда грело это солнышко. Да. Ирочка, мы тебя поздравляем с днем рождения. Вот, и пусть всегда исполняются твои мечты заветные. Будь всегда энергичной такой, жизнерадостной. И такая беспокойная, все приготовила, все... Оля, ты мне со мной не соскучится, я еще что-нибудь придумаю. С днем рождения! Спасибо, пошлите. Ну ничего, ну так. Какие проблемы могут быть в день рождения? Козы! Рождение коз! Пополнение семьи! Внуки, правнуки, дети! Ну один покушал, другой не кушает, да? Не кушает. Ну ничего. Уебовыш придумал. Беленькие, такие красивые, пушистые, яркие. Пацан и девка. Пацан и девка, да? Да. Ну это хорошо, вы знаете, говорят, счастливая семья, когда мальчик и девочка. Да. А девочка мелкая, а пацан крупный. Так что, да? Ну девочка кушает, да? Девочка кушает, а пацан нет. Ну ничего, все пройдет, еще и пить будет, и курить. У нас получается, это как раз, это дорогие у нас ребята получились. В том плане, что они породистые. Да, заанинская порода. Заанинская порода. А чем она отличается, эта заанинская порода? У них... Пойдем когда туда, я тебе покажу козлятники, чем они отличаются. И самое главное, что они безрогие. Безрогие. Веслоухие или... Нет. Уши стоят, как у зайчика. Пошлите. Пойдем. Там стынет. Да. Ну так хорошо. Красиво приморского. Желаю тебе счастья, удачи, любви и самого-самого хорошего. Спасибо, девочка, солнышко наше. Смотрю с улыбкой на тебя, как ты красива и как нежна, как будто спящая ты красавица. Я буду вечно тебя любить, я без тебя не сумею жить. Сквозь расстояние и года я за тобой пойду всегда. Ты только сердце свое открой, страшна нам любая боль. Тебе я верю, любимая, и вот тебе рука моя. Ой, моя сила, сила.
такого счастья. Слыша тебе, ты что-то тронул в моей душе. Душа аккордами вдруг расплачется. Я буду вечно тебя любить. Я без тебя не сумею жить. Сквозь расстояние и года я за тобой пойду всегда. И только сердце свое открой. Днем рождения! Днем рождения! Я буду вечно тебя любить. Я без тебя не сумею жить. Сквозь расстояние и года я за тобой пойду всегда. Ты только сердце свое открой. И не страшна нам любая боль. Тебе я верю, ты мой друг. Навеки тут я с тобой. Я буду вечно тебя любить. Без тебя не сумею жить. Сквозь расстояние и года я за тобой пойду всегда. Тебе я верю, любимая. Вот тебе. А с тобой можно, Коля? Давай, давай. Все, закончил. Давай. Я хочу поднять этот тост за родителей, которых я не знал, не видел. Но я их настолько люблю, уважаю. Не передать. Царство им небесное, конечно. Спасибо им большое за то, что они мне подарили такую женщину, такую жену. Вот такую светлого, светлого человека. Я за это хочу выпить. Царство им небесное. Ну, за родителей. Только.